А теперь последний номер показательных выступлений. По традиции выступают победители в парном катании. Девятикратная чемпионка мира Ирина Роднина и пятикратный чемпион мира Александр Зайцев. Oh!
многократных чемпионов мира и Европы, победителей олимпийских игр Ирина Родниной Александра Зайцева венчает показательные выступления участников чемпионата мира 1977 года. Но я думаю, что все-таки зрители не отпустят Ирину Александра. Десятитысячный зал национального стадиона Йо-Йоги приветствует советских фигуристов. Очень много цветов. Париже, Колорадо Спрингс и Гетеборге, Хельсинки и Токио. В многих городах Советского Союза звучала знаменитая калинка в исполнении Ирины Родниной и Александра Зайцева. Ну что ж, дорогие друзья, участники чемпионата прощаются с гостеприимным Токио. Говорят японские столицы: до свидания. До встречи на будущий год в Канаде, в Оттаве. И центральное телевидение заканчивает свои репортажи с чемпионата мира по фигурному катанию из Японии, из национального стадиона Йо-Йоги. Вел репортажи Георгий Саркисян. До свидания.